А помните, с чего все начиналось? Самые популярные мои видосы на моем канале – это именно открытие сундуков, а также разные батлы, где мы с вами выбиваем легендарочки в Brawl Stars. Вы посмотрите просто на этот топ. А сейчас этого всего нет, потому что сундуки убрали. Но на замену сундукам пришли стардропы. Почему не снимаешь батлы? Ребята, если вы хотите, чтобы рубрика батла возвращалась на мой канал, пожалуйста, дайте достойный актив. Поставьте лайк на этот видос, подпишитесь на канал, и я возвращаю рубрику батлы на моем канале. Сегодня, ребяточки, я забатлю с Элизи на мега-копилках, потому что, ребята, сейчас мега-копилки будут 3 раза в неделю, и их можно фармить до бесконечности. У меня просто 1 000 000 аккаунтов, сегодня будет нереально жесткий выпуск, поэтому усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, будет очень и очень интересный выпуск, тем более это только первый выпуск, а еще будет впереди очень много ютуберов. Кстати, напишите в комментариях, какого следующего ютубера пригласить на батл на мега копилках. Ох, будет жаришка, жаришка, вам обязательно понравится, поэтому приятного просмотра. Так, где мой телефон? Сейчас я только по фастику залью немножечко этого топлива в ламбу свою, надо сгонять быстренько этот алюминиевый завод продать. Я все время забываю вам говорить о том, что это не в реальной жизни, это все в симуляторе. В симуляторе реальной жизни на мобильный телефон. Я сейчас говорю про Хасл Онлайн. Ребяточки, если вам надоели однообразные и скучные однотипные игры, то я тебя приглашаю в одну особенную Хасл Онлайн. Это бесплатная онлайн-игра с открытым миром от третьего лица для Android и iOS устройств. С живым развитием родных городов, становись депутатом или мэром, принимай важнейшие решения, которые будут влиять на жизнь тысячи реальных игроков. Ну а если хочешь больше экшена и веселья, тогда становись на криминальный путь. Мути свои грязные делишки, для этого в Хасл Онлайн есть все необходимое. Собирай друзей и сразись за статус самых опасных бандитов города или самого меткого на районе. Все в твоих руках. Я частенько играю в нее и со своими подписчиками на 15 сервере. Поэтому у меня для вас есть промокод HOLDIK, который поможет при старте. Поэтому скачивай игру сейчас по ссылочке в описании на свой телефон и играй вместе со мной. Ну что, господа, я нахожусь в игре. Я, правда, уже несколько дней не апал кубки. Ребята, возможно, сегодня будет прямая трансляция по Brawl Stars. Обязательно приходите, будем добивать 72 000. Вы знаете, что у меня сейчас челлендж идет по пушу 77 777 777 777 000 000 с Элизи. Вот, она недавно стримила 24 часа, посмотрите, она догнала меня, она уже, видите, вот внизу, но, конечно, по кубкам еще разница, у нас целая 1000 кубков, но это не страшно, то есть при желании можно догнать за сутки, за двое, но уже хотя бы приблизилась, уже пуш пошел, вот, но это у нас челлендж по пушу кубков, а сегодня мы сделаем батл на мега копилках, посмотрим, кто круче в рандоме. Кстати, что тут у нас в игре? Ничего нового. Магазинчик. Боже, я давно не заходил в магазинчик. Как всегда, куча крутых акций, куча крутых... Ну что ж, надеюсь, вы готовы. Мы нафармили очень много мегакопилок для вас. И сейчас в этом видео мы откроем. Приятного просмотра. Погнали. Ну что, ребяточки, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Элизи. Всем привет. Здравствуйте. Батл. У нас батл есть по пушу кубков, да? Параллельно. А сегодня мы выясним, кто из нас везучий, более везучий. Это батл на копилках, черт возьми. Блин, ни разу не батл на копилках. Ты открывала копилки, не? У меня вообще впервые это на канале, поэтому тоже будет интересно посмотреть вообще. Короче, ребят, как мы сделаем? Кому повезет. Как мы сделаем? У нас всего очень много аккаунтов. Половину копилок мы откроем на моем аккаунте, половину копилок у Элизы на канале, точнее. Переходите по ссылочке, будет продолжение. Правила такие же точно, как и с сундуками. Обычный, любой выбитый бравлер или скин у нас будет как 1 балл. Если выпадает лего, это сразу 5 баллов. Посмотрим, что с этого получится. Конечно, я очень сомневаюсь, что нам что-то выпадет из бравлеров, но тем не менее. Готово? Готово. Let's go, разбиваем копилочки. Прям быстро, быстро жмем. Ну да, да, я... Всё, я сейчас жму. Сколько у тебя, кстати, сейчас давай. Раз, раз, раз. Сейчас. У меня 15 стардропов. У тебя сколько? А я не успела увидеть, у меня уже там что-то открылось. Ну да, там... Походу тоже... А, все, 15. Все, 15. Я открыла, теперь 15 стардропов. О, у меня сразу, прикинь, на мифический проапгрейд. У меня редкий. А, офигенно. Ребяточки, лайкосик ставим, легу выбиваем, проверяйте, все работает.
Прикинь, мне, мне легендарный стардроп сразу. Да не может быть. Я не верю. Я тебе отвечаю. Подожди, ты подожди. Ты прям быстро листаешь? У меня сейчас 13. Это первый мой, это мой первый, это 15-й. Блин. Подожди, с 15-го уже Лего? Да, самый первый, да, только-только открыл. Ну, подожди, Лего именно стардроп. Я тебя жду тогда. Лего именно стардроп. Я тебя жду. Да, окей, выпал... Ну, выпал мне скин, кстати, блин, Барли, черт возьми. Ну ладно, это норм. И плюс на него. Это тоже неплохо, это ж как балл считается, получается, или 2 балла. Да, это балл. Не-не-не, у нас балл за скин и за персонажа, да. А Лего это 5 баллов у нас будет. Ляпс, так, опа. Эх, у меня 2 редких, я на 13-м, если что. Давай, у меня тоже сейчас 13-й, открываю его. Все, поехали, 12-й. Монет. И мифик опять, да что такое просто. Да что ж такое-то, вообще ничего, все редкое. Ё-моё, Динамайк, скин интересный или перс? Персонаж. Боже, мне так непривычно, что Динамайк сверхредкий. Я в шоке. Так. Так, я на 11. 11, у меня сверхредкий на 11. Тоже редкий. Все редкое у меня. Эпик, да что? Да что? Блин, ну это просто, это просто. Ну, я так понимаю, у тебя на канале будет тебе падать, у меня на канале мне. Ну, мне, походу, ничего не выпадет. Но я тебе хочу сказать. Я тебе хочу сказать, что ничего с эпика не выпало. Ну, аккаунтов еще много, так что да, нормально, нормально. У меня 9-й. Жду тебя тогда на 9-м. У меня 8-й, так что давай. Уже 7-й. Так, сверхредкий. Так. Полетели дальше. Че у нас тут? Редкий, окей. Вообще ничего. Пустота, да? Просто. Вот так, пустота, вот так. Редкий, сверхредкий. Вот примерно такое же у меня было лицо, когда я вернулся в Brawl Stars. Мне говорят, пойди пооткрывай стардропы. Я пошел и говорю, а что там в этих стардропах можно выбить? Так, у меня 6-й. Так, подожди, у меня, по-моему, на 5-м пин на Шелли выпал. Ну, это просто с обычного, по-моему, то ли редкого, то ли сверхредкого. А мне пин на Брока с 6-го выпал, нормально. Живем, живем. У меня. Так, мифик и 500. Ничего. А, стоп, мне 2 скина уже выпало, да? Значит, у меня 2 балла. О, эпик, эпик, эпик. Давай. На 3-м эпик. О, подожди, походу скин на Барли тоже. А у тебя который позолоченный Барли, он выпал, что ли? Не, у меня алкаш Барли выпал какой-то, бомжатский. А, блин, у меня позолоченный Барли, получается скин тоже. Ну, это плюс. 1 балл, да, все. 2-1 сейчас, 2-1. Не, мне 2, 2-1, не, да, 2-1. Мне Динамайк еще выпал. А, 2, точно, точно. Так, точно, и с приза стар мне еще один эпический. И пин на Шелли, эх, эх, эх. Да, короче, я завершил здесь, у меня 2 скина и 2 пина. Сейчас. Ю-ху! Ну, у меня из того, что выпало, это Шелли пин и скин на Барли. Ну, нормалечек, нормалечек. Ну что, ребзики, следующий аккаунт разбей. Блин, че я не пойму, полупустая копилка у меня здесь на экране. То полная, то полупустая, не пойму, как это работает. А еще я не пойму, почему у меня 15 стардропов. Как мы так фармили, что у меня 15 стардропов? Ксения, ты на каком сейчас стардропе? У меня 15-й. Подожди, подожди, 15-й, все. Давай, поехали, эпик, открываем. Уже получше, уже получше. Ну, эпик, ну, правда, из него ничего не выпало, ладно. И у меня эпик, ну, тоже вряд ли что-то выпадет, хотя... А, Джесси плачет, есть? Это потому что кто-то лайк с вас не поставил, наверное. Так, 13-й стардроп, сверхредкий, 50 бингов. Опять такой же пин на Шелли выпал, плачущий. Поэтому это точно знак, что нужно лайк поставить. Натуре, ребят, натуре, где ваши лайки? Так, опять эпический, да что ты будешь делать? Дай, пожалуйста, персонажа. Голда, окей. Опять эпический. 200 голды. Я не знаю, ребята, надо 100 призов стар, наверное, нафармить. Чтобы... Эпик, давай. Есть опять плачущий пин, что-то у нас сегодня все плачущее. Ну что такое, блин, ну какого... И опять эпический. А, Эль Прима хлопает, значит, наверное, будет сегодня что-то легендарное. Так, это какой у меня 7-й стардроп? У тебя какой? У меня тоже 7-й, тоже 7-й. 7-й? Окей, поехали. Ты ящики открывала когда-то? Я ящики, ну, не на видос, просто открывала. И стардропы, да, ты открывала до этого ролика? Стардропы не открывала именно на видос, это первое мое видео со стардропами. Ну, вообще, что ты открывала стардропы в Brawl Stars? Да, конечно, конечно, конечно. Что тебе больше нравится, сундуки или... Кажется, что стардропы лучше в плане наград, но как бы сундуки, не будем отрицать, что это как бы... Легенды. Да, легенды, и очень грустно, конечно, было, что их убрали, но награды, наверное... Тебе нравятся стардропы больше, реально? Мне по наградам они нравятся, по легендарности, блин, конечно, сундуки... Вот. Ну, наверное, знаешь, стардропы, они какие-то что-то новенькие, что-то не похожее что-то на новенькое, сундуки. И когда было такое, чтобы из ящиков скины выпадали. Вот если бы они оставили ящики и добавили туда выпадение скинов, было бы вообще имба. Ну да, да. А подожди, пинпаки были, да, пины, а скинпаков не было, да, у нас? Не было, только пины ну были. Ну да, разработчики, ну что за, вот реальная идея. О, мифик, у меня, кстати, последний стардроп, а у тебя? У меня тоже, у меня тоже.
Давай, я открываю. О, эпик, на последнем эпик. Пожалуйста, хоть что-то. Нет, ничего. Барли. Ага, отлично. Ну, у меня на этом аккаунте абсолютно... Слушай, 3-4 пина! У меня 4... 2 пина. Если бы пины можно было считать, я бы уже победил. Да, у тебя 2 пина, да? Да, да, да. Ну, окей, ничего страшного. У нас еще 2 аккаунта, ребзики. Переходим на следующий. Ну что, Элизи, предпоследний аккаунт. Предпоследний аккаунт. Давай попробуем проверить везение на этих аках. Хоть блин, одна, но... легендарка мне должна выпасть, я надеюсь. Это новые, кстати, ребята, аккаунты. Они абсолютно новые созданные, поэтому может дропнуться абсолютно все, что угодно. Это не прокачанные аккаунты. Ну давай, поехали. Поехали. Попробуем. Ехали, ехали. Так, у меня 13-й стардропчик. Эпически на 12-м открывается, ребята. О, тоже 13-й эпически. Ну и ничего из него, блин. Давай я тебя подожду на 12-м. Все, на 12-м. У меня последнее касание, 12-й, эпический, и это у нас очки силы. Кому бы они нужны, черт возьми, ладно. Сверхредкий на 11-м. Блин, даже ни одного легендарного стардропа еще не было. Прикольно то, что, знаешь, я когда первый раз увидел стардропы, увидел легендарку, и думал, ну там 100% сейчас выпадет лего. Открываю, там золото. Это, конечно, да, кринж был. Так. Я на 8-м. 7-й стардроп. Ага. Так, 6-й. Пожалуйста, 5-й. Хоть что-то. Так. 5-й. Кстати, что у тебя по пушу? Я, кстати, не знаю, когда выйдет этот видос. Этот выйдет видос, когда, наверное, у Элизы уже стрим прошел 24 часа. Я, кстати, не знаю, может, возможно, меня уже догнало и перегнало в этот момент. Вот, но по пушу... Только-только начинаю, как бы я уже вижу, что ты догнал меня и перегнал на больше, маленько, чем на 1000. Маленько, да, я помаленько. Но это да, все пока еще ничего нужно, не значит. Ты знаешь, догонять. это можно сесть за один день и догнать. Ну вот я надеюсь, что я догоню тебя за день. Вот у меня мифик на 3-м. Мифик, может быть, лего, пожалуйста, нет? Я тебя жду на последнем, на эпическом. Так, мифик, ничего, у меня просто монеты выпали. Классно. Так, едем дальше. Первый. Сверхредкий, ура! Сверхредкий, у меня эпик, да. Правильно. Бонус, ну, за второе место. У меня бонус за второе место, попрошу. У меня что это такое? Я за что? А, меня... бонус за второе место, Элиза, видишь? Было? Даже. Опа, а вот в бонусе, уже поинтереснее. Тут уже эпик пошел. Тут уже эпик, сейчас смотрим. Игра тебе намекает. Элиза, ты на втором месте, давай догоняй. Это да. Попушу. Ничего не выпало, в общем, вообще ничего. Просто вот. Так, он. Блинги. Последние аккаунты сейчас на моем канале. Ну, поехали, попробуем сейчас на последних аках. Надеюсь, хоть какой-то боец реже этого сверхредкого выпадет. Let's go, let's get it. Так, 80 блингов, 390 монет. Очки силы на сдачу. И сразу эпей мифический сразу. Yes! Ну, так, я готов. Ты что, открыла 15-й я уже? Да, открыла, я уже дальше пошла. Открывай. Нифига себе. Что у тебя там? 500 голды. Да ну зачем они мне 500 голды ваши? О, эпик на 13-м. Мифик. Мифик на 13-м. 13-й у меня редкий. А, опа. Пин на барли. Что? Пин на барли. Пин на барли, я понимаю. Я пока только 2 скина, получается, выбил за весь. Он бутылку на пальце крутит. Прикольно. Красавчик. Ну это получается этот... Опа, еще один эпик на 11-м. Если Элизе сейчас выпадет хоть один, хоть одна лего, она может перекрыть все эти. Никакой. Все баллы, которые я выбил за весь видос. Да любой. Сверхредкий 7. Никакой лего. В смысле, ты что, все открыла уже? Нет, я на 8-м. У меня 6-й, так, окей. Все, бегу. Блин, да чё? Догоняю. Чё такое, блин? Самое интересное, походу, будет у тебя в стардропах. Эпик. Окей. 200 монет. Четвертый. О, легендарка на 5-м. Лего. Подожди, лего. Легендарка стардроп или легендарка боец? Легендарка стардроп. Ну, слушай, подожди, ты не открыла еще? Я ты не открыла еще? Я еще жду. Смотри, у меня сейчас эпически горит. Последний раз нажимаю, и оно открывается. Давай одновременно нажмем. Давай. Давай, на счет 3. Раз. У меня уже именно горит легендарный, все, просто коснитесь. Я нажал, нажимай. Блин, какое разочарование, 1000 монет. Зачем они мне? Ребята, такого скама я еще не видел нигде. С легендарного 1000 монет, это да, это сильно. Ты уже все открыл, да? Я бегу за тобой. Я не понимаю просто, как это? Это что такое, Суперсел? Суперсел, ни одного.
Какие 1000 монет с легендарки? Ни одного бойца. А еще у меня эти 15 копилок. 5 мы не дофармили. Что там такое? Эпически на последнем, как у тебя. А, удвоитель опыта. Я уже все. Двоитель опыта. Понял, я понял. Ребят, ну в общем... Ну хотя стоп, я здесь, по-моему, по баллам выиграл. По баллам я выиграл, но я все равно недоволен. Сейчас будет реванш. В продолжении будут посылочки. В общем, дорогие друзья, вот такое было открытие стардропов. Да, тут такое дело случая. На самом деле, вы помните, да, как я прогревал эти стардропы? У меня на нулевых аккаунтах только на третью или на четвертую мегакопилку начали падать леги с этих стардропов. Но это новые аккаунты, они прям нулячи. Смотрите, тут ничего нет. Поэтому копилки еще будут. Возможно, мы еще будем батлить, будут реванши на этих же аккаунтах. А также будут и с другими ютуберами. Поэтому еще, я думаю, раскочегарим мы их. Но... это еще не все, продолжение, опять же, повторюсь, будет по ссылочке, поэтому погнали, откроем там, посмотрим, что у тебя выпадет. Ну, а на этом я буду завершать, у меня 2 балла, пока что я лидирую, посмотрим, смогу ли я затащить полностью. Спасибо, увидимся. Всем пока. До новых встреч. Пока, ребят.